Вот буквально пару дней назад, позавчера, я все-таки добилась и была на приеме у президента. У меня просто переполняют сейчас эмоции, потому что я очень долго добивалась этого, очень хотела, чтобы я попала на то совещание, которым была, совещание, касающееся великого будівництва, вот эта программа, инициированная президентом Украины. Я говорю об этом на каждой встрече, что сегодня я сделаю все, чтобы именно эта программа была реализована максимально в Николаеве. Я встретилась с президентом. Я была приятно удивлена, что Владимир Александрович осведомлен, как у нас дела в Николаеве в отношении строительства. Мы обсудили очень важные моменты. Я рассказала по нашим трудовым резервам, по спортивному комплексу, о том, что у нас есть нехватка, необходимость. И то, с какими трудностями я, как предприниматель, как просто житель Николаева, столкнулась, когда просто хотела быть инвестором и просто заниматься ремонтом крыши, чтобы наши дети занимались дальше. Очень много проектов и будет реализовано в рамках великого будівництва в нашем городе. Я также успела встретиться с главой комитета, бюджетного комитета Арестовым, потому что бюджетный процесс уже начался, и сегодня уже надо представлять интересы города. Поэтому вот просто хотела начать с того, что уже есть положительные моменты, важные моменты. Я достучалась к президенту, была в комитете, когда начался бюджетный процесс, и могу уверить в том, что наша команда сделает все и уже делает для того, чтобы наш город по-настоящему был цветущим, другим, с рабочими местами, строящимся и абсолютно новым, для того, чтобы мы гордились с вами, что мы живем в нашем Николаеве. Давайте вот прям хочется сейчас, чтобы все поаплодировали тому, что наш президент нас услышал. Спасибо вам огромное. Аплодисменты сегодня Владимиру Александровичу.